Основная цель фотокросса – организация активного интеллектуального досуга и развитие творческих способностей молодых краснолучан, а также формирование коммуникативных навыков и сплочение студентов и школьников, обучающихся в разных учебных заведениях города. Для участия в мероприятии подали заявки 4 команды – Краснолучский приборостроительный техникум, Краснолучский горно-промышленный колледж, Общеобразовательная школа номер 2 и активисты молодежного совета. В прошлом году у нас проходил фотокросс, в прошлом году у нас он был патриотический, в этом году у нас романтичный он, посвящен Международному женскому дню 8 марта. Это мероприятие, я считаю, оно активное для молодых людей, для людей креативных. Хорошая погода, весеннее настроение поможет принять участие молодежи в этом мероприятии. В чем суть мероприятия? Молодые люди получают задания в конвертах. Задания в трех номинациях они должны сфотографировать людей. Это может быть улыбка весенняя, женская, это может быть красивые глаза или какая-то влюбленная пара. Здесь номинации четко прописаны. Получив задание, вооружившись телефонами и планшетами, ребята начали гонку фотографов в условиях временных и тематических рамок. На работу им отвели 1,5 часа. Мы придумывали для себя идеи фотографии, так как тема 8 марта, весна, это все уже начинает расцветать. И мы как-то так в голове для себя набросали, что мы хотим сделать. И вот, отталкиваясь от этого, мы, наверное, уже будем делать, исходя из заданий. Вот такие девочки собрались, которые любят фотографироваться. Да, и мы вот надеемся, что у нас все получится. И, ну, по крайней мере, получим хорошее настроение для себя. Объектами для съемок могли быть вещи, чувства, ситуации, сюжеты, объекты материальной и нематериальной природы. Оценивали работу участников профессиональные фотографы нашего города Дарья Терещенко и Юлия Зеленская. По итогам конкурса в номинации «Улыбка весны» победу получила команда Краснолучского горно-промышленного колледжа. В номинации «Обаятельная я» победила команда Общеобразовательной школы номер 2. В номинации «Любовь – начало всех начал» победа у Краснолучского приборостроительного техникума. Ребят наградили грамотами и призами. Новости телеканала «Луч».